Артем Гончаров. Мне 6 лет, город Москва. В садике очень хорошо. Ну прям лучше, чем где-либо я побывал. В садике, конечно, есть красивые девчонки. Их там целая куча, а нас только 3. Ну, если честно, Даша нравится и Катя. Мало-мало. Просто мне отличница нравится. И Вероника. Больше никого. Еще они красивые. Много чего полезного делают. И это мне в подозрение приводит. В общем, в садике хорошо. И хочу доказать, что инопланетяне существуют. Переведу их на Землю. Я построю космический корабль и полечу на какую-нибудь планету, где существуют инопланетяне. Они людям, инопланетянам верят, а другие не верят. Это что такое же получается? Одни верят, другие не верят. Надо, чтобы все поверили. С виду не очень схожи. Петя толстый, я худой, не похоже. А все же нас не разольешь водой. Дело в том, что он и я закадычные друзья. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. А так добро пожаловать. Заходите в гости, угощайтесь. Вот так.